Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Сталкер Зов Припяти, модификация Мизери 2.0, которая, как вы поняли из предыдущей серии, с нами совершенно не церемонится. Довольно криво работает, но при этом делает из довольно посредственной, на мой взгляд, игры реально просто конфетку. Но, опять же, это только мое мнение. Многие считают Зов Припяти лучшей игрой в серии. Я, правда, не понимаю, почему, но тем не менее. Теперь в нее стало не просто интересно играть, этот стал настолько увлекательно, что я прям буквально упал. Так, хорошо, в этот раз мы начнем играть так, как я планировал играть с самого начала. Мы в прошлый раз играли за снайпера, но с своим Мосинку он был просто печальным зрелищем. Давайте посмотрим, что у класс разведчик, то есть рекон. Задача у нас останутся прежним, но по сути мы начнем с нуля, и вот за этого персонажа я уже хочу реально начать играть в полную силу. И, кстати, я вас предупреждаю, что вот этот экран загрузки, он, я думаю, будет идти где-то минуты полторы. Потому что, повторюсь, в этой игре как-то не оптимизировано использование оперативной памяти. Ну, не знаю, либо я как-то неправильно установил, но вроде у меня все в порядке. И поэтому очень часто и очень многое работает как-то не так. Ладно, разведчик. Снайпер, я вообще, честно говоря, не понял, в чем его прикол был, потому что, ну, блин... Вместо снайпера мы получили какого-то лесника, дядю Гену, который там с какой-то берданкой бегает и получает абсолютно отсек даже от стаи к плоти. Хотя тут модификация такая сложная, поэтому нужно понимать, что даже плоть здесь, это реально даже один противник из этой стаи может тебя неплохо порвать. Но мы в итоге в прошлый раз отстрелялись, и поэтому давайте посмотрим, что у нас будет сегодня. Интро, ну, тон, как криво ты работаешь. Но я не думаю, что нам нужно интро. Где мы находимся вообще? Что это у меня? Где я, не понял, мать, почему я весь такой поломанный? Ой-ой-ой. Так, ну у меня, по крайней мере, точка выброса поблизости. И мы сможем ее проверить. У нас имеется скорпион, бинокль. И ПБ. ПБ, что ли? Ну окей, давай так попробуем. Или давайте попробуем вот так вот, а если что, то уже... Здесь дышать-то вроде есть, чем зачем я буду использовать противогаз. Так, хорошо. Погнали. Watch. Но надо сказать, что наш герой теперь в более приятных условиях, чем был, на мой взгляд. Потому что рекон, по крайней мере, начинается пистолетом-пулеметом, который, как минимум, на ближайших дистанциях будет показывать себя довольно неплохо, я считаю. Так, ну что, на этот заводик кто-нибудь хочет зайти? Я бы, честно говоря, с таким оружием не рисковал. Чё это? С другой стороны, там... Если кто-то ничего не видит, то не волнуйтесь, это нормально. Это в порядке вещей. Так, ну что, как думаете? Блин, заглянуть туда и найти там себе Абакан. Или Грозу. Конечно. Да... Что это? Что это такое? Я надеюсь, это не комар, это просто комар, да? Черт его знает. Было похоже. Какого черта происходит? В этой игре лучший фриплей из всех, что я видел в Сталкере, то есть во всех модификациях. Здесь реально группировки переработали таким образом, что они действуют максимально реалистично. То есть могут посылать даже ветеранов-сталкеров, там, поохотиться на тебя. Блин, мне нужно нормальное оружие. MP5 какой-нибудь. Это, похоже, просто комар.
Самое главное сейчас не нарваться на аномалию. Не знаю, зачем нам вообще идти по сюжету. Потому что тут суть не в этом. Но посмотреть, что там находится, интересно. Побежали, пока вроде спокойно. Эти-то, насколько я помню, из первой части. Ох-охо. Вот и все, да? Иди сюда, тварь. Ох, да, неплохо. Малейшая ошибка и все, полетели кишки по тротуару. Так, ну как минимум начали мы неплохо. Я считаю, что это вполне себе круто. Так, ну что теперь, раз уж у нас так получилось, я думаю, мы пойдем в другую сторону. Зачем мне вот сейчас противогаз этот? Так, хорошо. ДС в одну руку, скорпион в другую. Я в нем ничего не вижу, особенно... Он защиту только дает, нет? Так, баллистическая защита глазам, разве что. На самом деле пока что это не нужно, поэтому давайте-ка мы его снимем. Обзор очень сильно перекрывает. Короче, нужно осторожничать, Здесь везде можно устроить свою нычку, устроить свой лагерь, там построить что-то, по-моему, даже. Хотя, может, и был. Ну, короче говоря, интересных возможностей хватает. Ну-ка, подожди. Куда ты подевался? Кто это там пасет? Вы понимаете, что у меня практически с голыми руками туда идти смысла нет. Хотя, если я хоть одного из них убью где-нибудь в каком-нибудь скрытом месте, то может получиться вполне себе любопытно. У нас появится оружие. Но это для этого нужно будет попасть прям точно ему в голову. И в данном случае скрытность, я думаю, будет нашим защитником. С другой стороны, блин, все подходы просматриваются. Это же просто самоубийство. Меня грохнут, это без вариантов. Но я должен попробовать. Вон там интересно, что... Ой-ой-ой! Твою мать, твою мать! Ох, кровь не течет. Япона, мать! Уходим. А что там, насквозь стреляют, что ли? Или просто на удачу? Ребята довольно доходчиво объяснили мне. Новая миссия. Добраться на плато и поговорить со сталкерами. Мне сейчас просто выжить бы, ребята. Доходчиво объяснили, что ходить к ним туда не стоит. Ладно, хоть кровь не потекла. Давай. Валить оттуда. Вон кто-то пришел, нет? Да, пришел. Ох, твою мать! Уй, твою мать! Кто? Бежим. Блин, мне нравится эта игра.
Она очень жестока. Последний момент реально стал напоминать Dark Souls, наверное. За снайпера, кстати, когда я играл, неплохо получилось, потому что мы 2 минуты никого не встречали, поэтому прожили достаточно долго. Ох, я так понимаю, здесь как в плавании, нужно первые несколько секунд продержаться, а дальше уже как-то само пойдет. Офигеть просто. Ладно, давайте выбираться отсюда. Я надеюсь, больше снорки не придут. Это было реально страшно. Засада называется, засадил. Так что засадили самого. А в кого он-то стрелял? На него тоже кто-то напал. Вот эта зона, ребята, она реально ошибок не прощает, я смотрю. Что-то есть спереди? Так, ну бог троицы любит. Третья попытка будет более удачной, я думаю. Туда мы больше не пойдем. Ну их нафиг. Уже темно, быстрее бы солнце взошло. Или сколько там времени? Время 5:22, да? Так, тихо, как ты сделал. Фонарик, смотри. Неплохо, но сейчас фонариком светить я не думаю, что хорошая идея. Это чья-то стоянка или это аномалия? Похоже, чей-то недавно покинутый костерок. Ну да, судя по всему. Посмотрим, может, что оставили. Не думаю, конечно, но мало ли. Никогда не думал, что мне будет так страшно в сталкере. Что-то он оттуда какие-то звуки идут. Но там солдаты, там, я думаю, они перевалят кого угодно. Кажись спокойно, скоро будет рассвет, скоро будет одновременно и не так страшно. И при этом хотя бы... Хотя бы что-то видно, но при этом станет хорошо видно и меня. Мне просто нужно сегодня добраться до населенного пункта. Что это было? Вертолетчики, что ли? Я что-то слышал. Я реально не знаю многого, что есть в этой игре, поэтому если тут полетят вертолетчики, я реально не удивлюсь, потому что здесь очень много всего добавлено. Именно поэтому и круто, вот эта вот неизвестность, когда вообще не знаешь, чего знать от этой, чего ждать от этой игры. Оно, блин, стоит очень дорогого, по-моему. Ну что, ферма? Интересно, там кто-нибудь обитает, нет? А если обитает, то дружелюбный. Что-то сдается мне, что это место обитаемое. Собака. Так, сохранимся. Игра. Прекрати. А, чё я туплю-то? В оригинальном сталкере, по-моему, тоже вертолеты летали. Я уж не помню, просто реально играл, наверное, 500 миллионов лет назад. Еще когда мамонты жили.
Что-то не нравится мне все это. Дверь, я так понимаю, проржавела к чертовой матери. По крайней мере, мы нашли укрытие на момент выброса, если что, будет куда спрятаться. Хорошо, давайте заполним это место. Сюда можно как-нибудь поставить маячок? Нет? Походу, нет. Может и можно. Что знает. В общем, старая баржа, которая находится вон она где, на краю болота. Окей. Блин, как же мне наверх-то забраться? Почему нельзя просто потянуться? Этого болота боюсь, что-то звуки такие оттуда идут. Я недавно как раз сталкера читал. Мужик, воу-воу. Тихо, это что такое? Вы знаете, то, что я открываю двери и не стою прямо перед ними, это, по-моему, меня только что очень сильно спасло. Но я не знаю, что-то подсказывает мне, что можно войти туда, нет? Давайте попробуем убрать оружие и войти, потому что, блин. Мужчина, я не вооружен, не стреляйте, пожалуйста. Вот у меня фонарик есть. Какая у вас собака? Спокойно, Бобик. Мужчина. Ты кто, говорит, такой? Полегче, полегче, я сталкер. Дружелюбный. И понятно. Ищешь убежище в ковчеге. Погуляй, говорит, здесь вокруг. Может, тебе повезет, даже тебя не порвут на части снорки. Когда волна мутантов, знаешь ли, стерла все тут вокруг и вычистила всю грязь, всех бандитов и всех людей, ты станешь моим ближайшим другом. Так, а я не знаю, может быть, все-таки начать заниматься делами про эти упавшие вертолеты, узнавать, допустим, у тебя. Что ты знаешь про упавшие вертолеты? Я знаю кое-что об одном из них. Я знаю, что на плато, в том месте, где все кишит с норками. Хожу пострелять через каждые пару дней. Чё ты так на меня смотришь? За один присест всех их не убить. Можешь меня туда отвезти сейчас? Ну, я думаю, это будет как минимум самоубийственно. Но мы пойдем потом. Я не хочу сейчас заниматься сюжетом. Я просто здесь осваиваюсь. По крайней мере, у нас одно место, где можно реально прятаться от выбросов. Это уже хорошо. Это, по-моему, в оригинальном Зои Припяти было. Поэтому у меня было вот такое, то, что я подходил к двери и ждал какого-то выстрела. Что-то в памяти, видимо, еще шевелится. На самом деле, я не хочу заниматься сюжетом. И если буду заниматься, то... Да нет, не буду, наверное. Я просто хочу пожить в этом мире. Не нужно мне никакое задание. Я буду заниматься тем, чем хочу. А на том мосту может быть что-то хорошее. Да, блин. Где же мне пересечь-то? Не хочу ноги мочить. А-а-а. Это что там такое? Плоть опять. Ну, честно говоря, пушка, конечно,
Главное оружие. Пушка не самая хорошая у меня. Это кто там такие? Но это явно лучше, чем Мосинка, да? Давайте сохранимся и пойдем посмотрим, кто это такие. В этот раз у нас, как я и говорил, пожить получается подольше. Но я думаю, сейчас это все и закончится. Кто они? Хоть какие-нибудь опознавательные знаки? Ой-ой-ой. Будет стрелять, нет? Я просто хочу проверить. По-моему, это обычный сталкер. Мужчина. Здравствуйте. Никого на горизонте. Вот и ладно. Приветствую. Ну, привет. Что делаешь тут? Так, мне бы отдохнуть нужно, поспать маленько. Иди, говорит, в Скадовск. Попробуй чая бороды. Чем занимаешься? Денег пытаюсь заработать. Мне нужно лучшее оборудование. Так, можно предложить ему, чтобы он у нас за деньги повез. Ну, понятно. Торговать чем-нибудь может. ПДА. Это что такое у нас? Украинский боевой рацион. Ух ты, прикольно. Неплохо, неплохо. Слушаю тебя. Короче говоря, это еще один лагерь сталкеров, да? И это, по-моему, хорошо. В таких местах я чувствую себя реально поспокойней. Привет, мужики. Фу, ну что, давайте на этом закончим, наверное, в следующей серии, когда она там будет, я не знаю, но пойдем к Скадовску, возьмем там то дело, которое, помните, в первой серии мы попытались взять, но потом в итоге я решил вот в этой серии все-таки начать играть за Рекона, и, честно говоря, не жалею, потому что сегодня было реально очень много смешных и крутых ситуаций. В нынешнем состоянии вот этот Misery мод для сталкера генерирует огромное количество реально очень интересных ситуаций. И это, на мой взгляд, дорогого стоит, потому что такого я, честно говоря, уже давно не видел. Но опять повторюсь, при всем при этом, это все тот же сталкер. Я в сталкер долго играть не могу, мне быстро надоедает. Про это пока не... Тебе крышка! Прикрывай, я пошел! Что? Кто там? Привет, брат! Привет, брат! В сталкер я долго играть не могу, я не могу пока того же самого сказать про вот этот мод. Возможно, он мне сильно понравится, к чему есть, в принципе, все предпосылки, и я даже буду играть в него довольно обильно. Но, тем не менее, это сталкер, и, повторюсь, есть уверенность, что и особо поиграть в него не получится, потому что быстро надоест. А в остальном же пока все сделано очень круто, и вот это внимание к деталям, и кого вы там постоянно видите, мать вашу. Помоги огнем! Тихо-тихо, анимация что ли переработана? И успокоились опять. Так что надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.